Театр «Надія» привез у Могилев свою постановку «С коханами не расставайтесь». Вечерина прошла у межах проекта «Фестиваль народных талентов Могилевщины». Я понял, что все это сплошная гадость. Вот, нас снимают. Здравствуйте. Гримерка полнится вибухами смеху. Актеры Осиповицкого народного театра «Надія» приехали в Могилев с музично-поэтичной постановкой. Я выступаю, например, одна, а их много. Я отдаю свою энергию им, а представляете, сколько я получаю энергии от них. И понимаете, это все буквально, поэтому я очень довольна, что именно люди идут на такие вечера. У труппе театра и пенсионеры, и школьники. Сами подбирают репертуар, сами робить костюмы. Был он изящен, и к тому же поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силы. Аматоры, люди апантаные, говорить, репетиции после працевного дня только додают энергии. Тут надо, конечно, прилаживать больше усилий, потому что ты художник, ты оформитель, звукорежиссер и костюмер. Ну, все в комплексе, должен все это понимать. А с другой стороны, здесь люди особенные. Если в театре, как бы, они уже профессиональные артисты, а здесь каждый несет как бы себя, частицу своей души. Сёлета театру исполняется 30 годов. За этот час изменялись актеры и репертуар. Неизменным заставалось одно. Театр «Надія» заўсёды спадзяецца на лепшее в себе и у глядачах. Татьяна Дмитриева, Василий Васянков, «Новини регион».